В этом году на торги будут выставлены Новосибирский речной порт, акционерное общество «Советская Сибирь» и «Салют». Один из крупнейших лотов – 100% акций Новосибирского аффинажного завода. Такие планы приватизации сегодня озвучили представители Росимущества. Сейчас готовят документы для аукциона и определяют начальную стоимость объектов. С молотка продается и контрафактная продукция. Ее объемы увеличились в этом году. Проведено больше 500 аукционов. Часть контрафакта уничтожается. Исключение Росимущества пытается сделать для диагностического медицинского оборудования, которое было задержано на днях. У нас на территории области есть крупнейшие федеральные медицинские учреждения. Это НИИТО, это центр нейрохирургии, это клиника Мишалкина. Я думаю, не откажутся от этого оборудования, если будет оно передано безвозмездно во владение и в пользование.